Очень простой и вкусный рецепт я хочу вам показать. В период пикников на природе такой сладкий и ароматный перекус будет очень кстати для детей и взрослых. Если любите фрукты, не проходите мимо. Хочу показать вам, как приготовить жареные персики на гриле. Хорош этот вариант прежде всего тем, что тут нет ничего лишнего, маринада, глазури или прочих добавок. Только свежие сочные фрукты и тонкий аромат гриля. Готова закуска будет уже через 8-10 минут, так что отлично подойдет для перекуса. 1. Персики вымойте, обсушите и аккуратно разрежьте пополам, удалите косточку. Гриль хорошо разогрейте. 2. Выложите персики на решетку срезом вниз, жарьте минуты 3-4 до образования четких полосок от гриля. 3. После аккуратно переверните и жарьте еще 2-3 минуты со второй стороны. 3. После аккуратно переверните и жарьте еще 2-3 минуты со второй стороны.